Всех приветствую на моем канале Джебикс. Ребята, которые еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. А сегодня у меня на обзоре очень много классных самокатов. Вообще это детские самокаты, но на самом деле они выдерживают даже меня. Вообще, короче, они выдерживают до 80 килограммов. Вот, бывает очень многих раскрасок, всего их 10 штук, то есть 10 разных раскрасок, абсолютно они, ну, то есть одинаковые, но только цветом отличаются. Вот такой карбоновый самокат для мальчиков, очень прикольный. Кстати, здесь прикол в том, что в каждом из самокатов, когда едешь, светятся колеса, то есть спереди два и сзади два небольших, они светятся. Так, вот такого плана карбоновый, дальше вот такого плана синенький, тоже очень прикольный. Кстати, ручки идут в цвет самого самоката. Дальше это более для девочек, я бы так сказал, с розовыми колесиками и также розовые ручки. Кстати, ребята, высота вот этого типа руля регулируется. Все это дело можно поднять выше, ниже, то есть зависит от роста вашего ребенка. Дальше вот такого плана идет типа красные колеса, вот такого белый с красным, тоже ручки идут красные. Зелененький вот такого плана раскраска. Дальше с оранжевыми колесиками такого плана раскрасочка. Бывают вот такие, тоже очень прикольные, с голубыми ручками. Дальше идут белые с розовыми, тоже с розовыми колесиками и розовыми ручками. Дальше фиолетовый вот такого плана. В общем, как вы видите, самокаты на любой вкус, их очень много. То есть вообще у нас именно у партнеров очень много их. Бывает только 10 раскрасок. Все это дело наличие смотрите и узнавайте на нашем сайте. Ребят, кому понравились, переходите по ссылочке и заказывайте. То есть поворачивается именно не руль влево-вправо, а наклоном. То есть если вы наклоняетесь вправо, он поворачивает вправо. Если наклоняетесь влево, он поворачивает влево. Это очень круто. Также сзади есть вот такого плана тормоз, когда вы едете, ногой наступаете, и он как бы тормозит. Это очень все прикольно. Ребят, кому интересно, переходите, заказывайте. Также не забывайте подписываться на мой канал. Впереди еще много всего интересного. Всем спасибо за обзор. То есть за просмотр вам спасибо, мне спасибо за обзор. И до новых встреч на моем YouTube канале.